16 проектов, среди них партийные, федеральные, региональные и местные. Одинцовское отделение «Единая Россия» отчиталось о проделанной работе. В минувшем году партийцы провели 413 масштабных мероприятий. Одна из важнейших составляющих работы депутатов – это, конечно, прием населения. У нас местный приемный, который действительно стал депутатским центром. Вместе с муниципальными депутатами регулярно ведут приемы депутаты Московской областной думы. Только в этом году 620 жителей Одинцовского округа обратились за помощью к депутатам. Чаще всего их волновали вопросы, связанные с ЖКХ и благоустройством, соцобеспечением, а также образованием, спортом и культурой. 70% обращений удалось решить. Отдельно партийцы обсудили поддержку участников спецоперации. Считаем, что это важнейшая партийная миссия, актуальность которой не теряется до сих пор. В целом прошу депутатов еще более активно включиться в работу нашего центра поддержки для родственников и семей мобилизованных. Задач на ближайшее время много. Участие в избирательной кампании, контроль за выполнением госпрограмм. Кроме того, единогласно приняли решение об избрании делегатов на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Карина Гиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».